6 тонн гуманитарного груза направлены в Приморье. В соответствии с распоряжением правительства республики, из Якутска направлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания, тепловых пушек, помп для откачки воды и других предметов первой необходимости. Отправкой груза занимались спасатели МЧС, которые в ближайшее время готовятся к убытию в Приморский край. Кроме того, в целях оказания помощи пострадавшему населению Приморья правительством республики выделено 10 миллионов рублей из средств резервного фонда. Было выделено 10 миллионов рублей в помощь Приморскому краю, а также в настоящий момент сформирован и грузится гуманитарный груз 6,5 тонн, где у нас входят продукты питания, тепловые пушки, помпы для откачки воды в том, в чем очень нуждается в данный момент Приморский край. Машина у нас выйдет сегодня, в течение 3 суток, я думаю, она должна доехать и доставить гуманитарный груз для жителей Приморья. Также попрошу напомнить, что паводки и стихийные бедствия для жителей республики, это, скажем, республика у нас проходила через все это. И попрошу жителей республики также не остаться в стороне и оказать посильную помощь жителям Приморского края.